В Сургуте стало меньше жалоб на уборку улиц от снега. В прошлом году в городе пересмотрели подход к этому процессу и перешли от количества к качеству. Теперь дороги чистят не по расписанию, а ориентируясь на погодные условия. Если обращения на этот счет и есть, то они касаются чистки внутриквартальных проездов и тротуаров. Коммунальные службы объясняют, что по нормативам после снегопада дорожники должны навести порядок в этих зонах в течение 7 суток. Причем уплотнение снега на дорожках для пешеходов допустимо, если высота покрова от 4 до 8 сантиметров. Есть данные, что в этом году, в этом снежном сезоне, с дорог и придомовых территорий в Сургуте вывезли на полигоны почти 1,5 миллиона кубических метров осадков. Кураторы дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса ежедневно проводят обследование улично-дорожной сети, выставляют замечания подрядным организациям и сроки устранения этих замечаний. В случае, если подрядные организации не в установленные сроки не устраняют эти замечания, то применяются штрафные санкции.